кадры из фантастического фильма. Это реальные съемки научного эксперимента. Живое доказательство технической революции. Уфологи давно спорят о том, откуда появляются летающие тарелки. Еще недавно победу в этих спорах одерживала версия о пришельцах с других планет. Теперь ситуация изменилась. Летающую тарелку придумали земляне. Авиаконструктор из подмосковного Королева профессор Лев Щукин не просто изобрел принципиально новый летательный аппарат. Он воплотил в жизнь самые смелые выдумки писателей-фантастов. Безаэродромную летающую амфибию быстро окрестили русским НЛО. ЭКИП, что означает «экология и прогресс», во многом превосходит все существующие современные самолеты. Этот аппарат может взлетать и приземляться на любую ровную площадку длиной 500 метров, будь то колхозное поле или лесной пруд. Он умеет плавать со скоростью 160 км в час и летать на высоте от 10 км до 3 метров, становясь невидимым для любых радаров. И главное, ему всегда обеспечена мягкая посадка на воздушную подушку, которая заменяет шасси. ЭКИП практически безаварийен. Даже если откажут все двигатели, он будет планировать, снижаясь не быстрее, чем на 3 метра в секунду. И никакого опрокидывания или штопора. Лев Николаевич говорил, что в принципе ему ничего не страшно, кроме бомбы-террориста. Потому что во всем остальном аппарат по уровню безопасности по всем параметрам превосходит. Русская летающая тарелка съедает топливо в 3 раза меньше обычного самолета. Для заправки амфибий соратник Щукин Эдуард Исаев изобрел уникальное вещество аквазин, позволяющее смешивать бензин с водой. Получается экономичное и экологически чистое топливо. Хотя амфибия всеядная и может работать как на керосине, так и на газовом топливе. Щукин разработал несколько видов тарелки. ЭКИП может быть летающим городом с 1000 пассажиров или небольшим домом для нескольких путешественников. Он способен перебрасывать тяжелую технику на дальние расстояния и даже тушить лесные пожары, что сейчас особенно актуально. Летающая тарелка просто садится на ближайший водоем, вбирает в себя до 3 тонн воды и потом обрушивает этот поток на очаги огня. И хотя первый готовый ЭКИП уже стоит на саратовском авиазаводе, покинуть его пределы он не может. Нет денег на доработку. И уже сегодня при нынешнем президенте, когда он был премьер-министром, принималось решение о выделении средств из госбюджета, отдельной строкой, целевым назначением для ЭКИПа. Деньги до ЭКИПа никогда не доходили. ЭКИП способен спутать все карты на мировом авиарынке. И, естественно, этим проектом стали интересоваться западные инвесторы. Но, пообещав миллионы и ознакомившись с проектной документацией, они исчезали. А потом за рубежом материализовывались якобы их собственные идеи, явно заимствованные у российских изобретателей. Они пытаются повторить то, что сделал Лев Николаевич уже давно. Они пытаются повторить. Вложили огромные деньги, 28 миллиардов долларов вложили американцы. Сделали экспериментальную тарелку и благополучно ее расплатили. Сам изобретатель ЭКИПа, не выдержав нервного напряжения борьбы за свое детище, скончался незадолго до своего 70-летия. Теперь дело Щукина продолжает Эдуард Исаев и несколько его коллег. Но если ученым так и не удастся пробить стену безразличия чиновников к уникальным российским изобретениям, их рано или поздно воплотят на Западе, и Россия вновь окажется в хвосте начатого ей технического переворота. Оксана Изотова, Станислав Пономаренко, программа «Регион». Чем живее будет разговор, речь, тем живее. Поэтому правильно где-то перед смертью, к сожалению, Иван Николаевич. Потому что мы задумывались с ним взлетать просто на авиакеросине, а генерировать воду непосредственно во время полета. За счет конденсации, получения сразу чистого конденсата и прямо на борту ЭКИПа генерировать топливо. Это раскрывает, как ни странно, вот накануне смерти Лев Николаевич был здесь, весь вечер мы провели вместе, и мы говорили о шарашке, и говорили с завистью, мы мечтали попасть в шарашку, вот те условия, в которых работали наши ученые во время, после войны, когда большое количество ученых как бы находились в тюрьмах, вот они имели условия все для работы. Мы, находясь в так называемом свободном обществе, нас лишили самого главного – права на труд. Причем речь идет совершенно не о ординарных решениях технических, потому что гонка и слежка идет, и разведки работают, и все время
шло преследование всеми возможными способами открытия основной научной идеи Льва Николаевича. И несмотря на то, что Боинг вложил уже сумасшедшие деньги, они пытаются повторить то, что сделал Лев Николаевич уже давно. Они пытаются повторить, вложили огромные деньги, 28 миллиардов долларов вложили американцы, сделали экспериментальную тарелку и благополучно ее расколотили. Потому что основную идею Льва Николаевича они так и не смогли постичь. А вот действительно американцы предлагали купить Да, такие предложения три раза поступали. Причем первое предложение поступило персонально Льву Николаевичу. По второму приглашению его уже приглашали с него с ближайшими соратниками. А третье предложение, которое поступило от Мэрин Линч, это крупнейшая финансовая компания Соединенных Штатов Америки, приглашали уже абсолютно весь коллектив Льва Николаевича вместе с рабочими, с семьями, для того, чтобы все это разместить в Силиконовой долине, обеспечивать, они гарантировали обеспечение всех социальных льгот и работу, профессионально использование ситуации. Но этот вариант был абсолютно неприемлем. Абсолютно. Наши таких потрясающих. Нет, условия они ставили вам. А условия, что это там делается. То есть все делается там. Только там, не в России. Но там это уже детали. Естественно, как вы понимаете, раз кто-то платит деньги, значит, он приобретает права. Но это было совершенно для Льва Николаевича неприемлемое условие, потому что таких предложений...